Добрый день, видеообзор на ноутбук Asus X441U, номинально на наклейке данные. Так, что у нас внутри? i3-6006U, 2-герцовый, 4 гига оперативки, DDR3. Так, экран весь в идеале. Так, видюшка интегрированная, 520. Так. Подключим к Wi-Fi. Проверим звук и картинку. Также у нас здесь жесткий на 1 терабайт. Тест монитора. Все открывается через интернет, через YouTube. Так, отведем. Без выгорания, без сбитых пикселей. Дальше включим на звук. Звучание тоже прекрасное. Так, сам ноутбук в достаточно хорошем состоянии. Имеет совсем мелкие потертости. Все клавиши работают. Также у нас аккумулятор заряжается от аккумулятора и от сети. Аккумулятор живой. В комплекте у нас идет родной кабель. Идем к внешнему состоянию. Так, боковые порты. Так. Крышка. Задняя часть. Болты все целые.